По версии следствия, председатель садового некоммерческого товарищества перевела деньги со счета общества на свой личный счет. Она обналичила 126 тысяч рублей в банкоматах Бердска. Жительницу Искитимского района обвиняют в присвоении веренного имущества. Обвиняемая свою вину признала, но ущерб пока не возместила. Уголовное дело сегодня рассмотрели в Бердском городском суде. За часть переведенных денежных средств она отчиталась перед товариществом, а 126 тысяч рублей похитила. Кроме этого, она заключила три фиктивных договора с ИП «Смоленчук» на оказание услуг для СНТ «Мечта» в целях присвоения денежных средств. Председатель СНТ заключила три фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем об оказании услуг для нужд общества, по которым произведена оплата в сумме 340 тысяч рублей. Указанные договоры в дальнейшем она расторгла, получив от ИП наличные денежные средства, которые также были ею присвоены. Представителем товарищества по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 467 тысяч рублей, в обеспечении которого на недвижимое имущество обвиняемой наложен арест. Сегодня бывшего председателя признали виновной. Ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Условно. Обязав ее являться специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденных для регистрации 2 раза в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа. Взыскать с Саражиной Ольги Геннадьевны в пользу СНТ СН «Мечта» в счет возмещения материального ущерба 467 тысяч рублей. Обратить взыскание на имущество Саражиной земельный участок, на который наложен арест, в счет возмещения ущерба по гражданскому иску, сохранив наложенный арест до полного возмещения ущерба. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.